Химкинская городская прокуратура проверила рестораны и кальянные городского округа. Инспекторы контролировали соблюдение санитарных и противопожарных норм. В трех заведениях обнаружены недочеты. Результатом проведенной проверки выявлены многочисленные нарушения законодательства о противопожарной безопасности, законодательства о защите прав потребителей, налогового законодательства. В настоящее время нарушения устраняются. Городской прокуратурой обеспечивается контроль за устранением выявленных нарушений. В заведениях общепита персонал работал без санитарной одежды и медицинских книжек. Места приготовления пищи не соответствовали санитарным нормам. Также в некоторых заведениях отсутствовали кассовые аппараты.